дорогу перекрыли, вы нам дорогу перекрываете. Вы гражданские люди, какой-то там, которые здесь под вашим гражданским безопасностью. Если вы машину... Вы снимаете вот это... Машину уберите. Вы машину уберите. Осталось 10 минут, что мы должны были уехать. Вот зачем вы это выкинули, нас провоцируете? По поводу. Зачем вы перегрыли основную трассу? Это фиксируется, это преступление. Это понятно. Где прикрытие трассы? Вот и прикрытие трассы. Так машина должна проехать. Одна, вторая. Машина должна проехать. Если дорога здесь раз, два, три, четыре. Хотите ситуацию выглянуть? Передайте Волкову. Пусть вот этим пацанам скажут правильно. Пусть поставят машину. Ну, через а правильно это как? Это правильно у обочины. Это что? Нет, дорогой. Правильно нет, он должен нет, заехать так сюда. Нет, нет. Так, блин, и сюда вы, и сюда не заедете. Там... Тогда пускай сюда. Все, остаемся там. Наша машина оставим здесь. Ну и все, хорошо. Мы единственное, что хотели вам передать, уехать отсюда. А просто мы не хотим, чтобы Бахер не хотим, чтобы Бахер обижали. Бахер солдат обижали. Что мешает? Ваших солдат будут обижать в городе. Понимаете, вот сейчас будет драка. Вот мы не знаем, вы за кого-то? За Азербайджан или здесь мир пришли сохранить? А зачем вы это? Зачем что? Это была акция протеста. А? Из-за того, зачем что... Зачем наши... машины эти не пускаете? Отвечаю на вопрос. Да. Отвечаю конкретно на вопрос. Потому что... Потому что... Вы не соблюдаете от 9 ноября там за четко написано. Я понял. Поэтому, вторая сторона вопроса. Поэтому, это была мирная акция, которую они превратили, я не знаю. Машины в парк не хотите пустить? Да. Не только в парк. Да, чтобы были услышаны. Товарищ подполковник. Чтобы были услышаны. Почему ваше командование не хочет сходить к нашему командованию? А кто? Кто наше командование? Ответить на этот вопрос вообще. Ну, если за вашему командованию, ну, а зачем? А зачем тогда? Что это за цирк? А почему вы, Шуша, не перекрываете дорогу? Нет, дорогой, давай. Азербайджанцы едут туда, отправляют туда. За нас? Мы хотим, чтобы вы передавали. А кто должен за нас говорить? А плевать я на нашу начальство хотел, братной. Я плевать хотел на нашу начальство. Ты не понял до сих пор? Передайте вот вашему начальству, что мы перекроем, вообще не выйдете и не зайдете. Это зачем вы выкинули такое в наш адрес? Вот зачем вы это сделали? Это Дагестанец, это наш. Он говорит. Çıkan. Ort kaznavalanı neyse mimasa ka kaznavalan aslana hakan kapalık. Ne içeni? Orişlar belakonik ne yanım çok. Sen makaronu kemçin. Просто пулянка размакивается. Ой, слушайте, Асевич, это Стихан. Русский
Jo, kann ich mir ein paar Tage lang, wenn er zu kommt. Он там не ходячий, больной не захочет. Ну давайте проверим, больные, может и больные. А у азербайджанцев какие полномочия, что вас проверили? Итак, у вас со стороны все хорошо? Не совсем все хорошо. Ну только вот, а вы пешком ходить можете? Я хочу как пешком можете пройти, мне никому не мешает. Ну вот вашу машину пропустите, только они. Вот это вот Мухпетчик-то ловим ракбет. Анаса, лохуй мякан капал, мы он сушишин делся. Товарищ ефрейтор явно за нас. На нас обидно, что мы своё дело сделали.